Сквер на Зубчининовском шоссе – один из объектов, который претендует на благоустройство в 2022 году в рамках программы формирования комфортной городской среды. Это единственный сквер в восточном поселке Кировского района. Здесь жители проводят культурные события, в шаговой доступности школы, учащиеся которой гуляют в сквере после уроков. Мои, например, жильцы из дома, все сюда приходят с ребятишками, пенсионеры приходят отдохнуть. Ну, сам видите, здесь как. И все ждем, надеемся. Вот. И желаем, чтобы мы вошли в эту программу. Люди, которые идут в банк, в магазины, вот, в школу дети идут, они все проходят через этот сквер. Ну, то есть это очень важно для наших жителей. Сейчас сквер нуждается в обновлении. По дизайн-проекту здесь отремонтируют тротуары, обустроят детскую и спортивную площадки, установят новые лавочки и урны. Чем активнее жители проявят свою позицию, чем они активнее будут голосовать, да, тем больше вероятность, что и сюда придет благоустройство, и, соответственно, и области, и городу удастся привлечь федеральные средства для как бы, участия как раз в этой программе. Онлайн-голосование за территории, которые преобразят в следующем году, будет проходить до 30 мая на платформе 63.городсреда.ру. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, попадут в перечень территорий для благоустройства.